Сложности объединяют. В непростом 2020 году поддержка волонтерского центра партии «Единая Россия» стала опорой для многих жителей округа, зачастую единственной. Волонтеры и партийцы подвели итоги совместной работы, обозначили планы на будущее. Все-таки по всем итогам у нас самое большое количество больных. Нам везут всех, не только наши больные Одинцовского округа, но со всего Подмосковья, из Москвы. У меня есть эти все сведения о том, что и достаточно успешно вот с учетом именно справляются наши врачи, а не нужно отдать им должное. Поэтому вам всем большое спасибо за эту встречу. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем встречаться. Не обязательно, просто нужно выбрать формат, который, чтобы мы были на связи и друг другу подставляли плечо. Помогать старались многие. Предприниматель Сергей Криничанский занимается оптовыми поставками фруктов. Именно его компания предоставила 200 килограммов мандаринов для передачи медицинским учреждениям округа. Такая витаминная поддержка стала приятным новогодним сюрпризом для персонала и пациентов. Я хотел от себя сказать, что это было сделано от чистого сердца, без каких-либо корыстных целей. Просто поддержать в эту трудную минуту наших врачей, которые, несмотря ни на что, выходят на работу, рискуя своей жизнью, борются с этой заразой, которую в любом случае мы победим. Поэтому хотел пожелать им мужества, терпения. Все, что от нас зависит, будем стараться помогать. И не только этим, и всяческими путями. Готов делать добрые дела и дальше, говорит предприниматель, как и все участники добровольческого движения. Слаженно, ответственно, четко. Волонтеры должны не просто помогать, а быть авторитетом, считает Вячеслав Киреев. По сути, мы работаем на жителей нашего Одинцовского округа. Так или иначе, по мере своих сил пытаемся им помочь. Также мы проговорили, что мы выявляем лидеров, их поддерживаем, мы понимаем, что мы жесткая одна команда. Да, если у нас даже есть недопонимание, мы с ними разбираемся, с этим недопониманием, приходим к какому-то решению. И дальше без за спиной каких-то левых движений мы все-таки идем к цели. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».